Добрый день, меня зовут Федосеев Артем, я являюсь барменеджером лаунж-бар «Дудь», город Екатеринбург, и сегодня для вас я приготовлю инжирный тини. А сейчас мы приготовим с вами коктейль для вечеринки из категории тини. Для этого нам понадобится пюре фига, водка белуга и, как всегда, лимон. Из инвентаря нам понадобится стрейнер, сквизер, чтобы выжать лимон, шейкер, джиггер, а бокал мы возьмем классическую коктейльную рюмку. Для начала мы засыпем лед. Добавим водку белуга, 50 мл. Возьмем пюре фига, предварительно его хорошо взболтаем. 20 мл. И теперь выжмем сок лимона. И хорошенько взболтать наш коктейль. И лайфхак от меня, вы можете взять пюре фига, добавить свежесваренное американо 30 мл, замешать это все со льдом и получить отличный холодный кофе. А еще больше рецептов вас ждет на сайте онлайн-академии BPro. Из инвентаря